Комментарий без лайка попадет в следующее видео. Какая Наташа? В чате пишут Наташа. Какая Наташа? Наташа? Наташа где-то должна быть? Не понял. В смысле? Привет, ребят! Всем привет! Нет, до сих пор не понимаю. Какую-то Наташу он... Что за Наташу от меня просите? Не понимаю. Тори, ждем Наташу. Какую Наташу? Спасибо, Менделов. Так, короче, давайте. Вы мне не можете объяснить, что за Наташа? Я вам объясню, что за Наташа. Иди сюда. Это мой первый донат тебе. Хороший вопрос. Я сейчас выгляжу как дурак, имей совесть. Идем. Тебя нет? Привет. Вован, здоров. Короче, прикинь, у меня опять угнали лицуху. Вот он, наш главный герой. Денис. Очередная жертва скампродавцов и... А это кто еще говорит? Он все еще покупает лицензию в виде почта, пароль с полным доступом у незнакомых барыг в интернете. Жалко тебя, Денис. Но сейчас ты можешь забыть об этой проблеме навсегда. Мелиды Ритейл. Именно у нас ты можешь купить лицензионный ключ для Майнкрафта в разы дешевле. Теперь чего-то не хватает. Плащика. Точно. Оптифайн плащ. Во. Денчик, теперь ты обладаешь весьма харизматичной внешностью. Да еще и с красивым плащиком. Спасибо. Все, Денис, твое экранное время закончилось. Помимо Optifine плащонс можно купить ключи для Minecraft Dungeons, Legends, Bedrock, Terraria и еще куча всего другого, что убрали с продажи другие площадки. Но, к сожалению, Денис забрал мое экранное время, и я, не могу договорить. Не будь как Денис. Покупай ключи в Мелида Ритейл. Я типа даже и стримерской видео не успел. Вот, это Наташа. Да не, я Анастасия. Surprise, motherfucker! Surprise, motherfucker! Я Анастасия, surprise! Ну, может, ты сядешь? Кидала на модерку, не сделал мне модерку. Здорово, привет. Ладно. Меня зовут Настя, приятно познакомиться. Стой, посиди. Иди сюда. Ну, пообщайся с чатом, ну, привет. Имей совесть. Показывай Наташу или вычисляю твой ад. Смотри, все пишут Наташа, Натаха, Натаха. Да ладно. Все, Настя. Все, нам нужна Настя. Нам нужна Настя. Вопрос ответ будет, Жулик, мы спрашивать, что с ним вторую часть? Нет. Ну, если вопросы интересные. Если будут вопросы по типу встречайтесь, ответ вы узнаете. Поэтому... Ответ не... Удачного стрима. Я требую стримить. Это мой первый донат. Килька, 500 рублей. Наташа, лучше охереть жопа. А вы смотрели закрытую школу? Я сейчас уйду и стримить будет она. Давай, уходи. Уходи. Привет, Наташа. Вот донат, ты вот так листаешь. Это, я все пошел. Как ты так сидишь? У тебя музыка вообще играет. В Майнкрафте, когда официально не было Херобрина. Нет, его там удаляли из какой-то версии, по-моему, 1.9, я не вспомню. Я не буду... Ну да, на 1 апреля. Я не буду надевать наушники, потому что я слышу ничего. Как читать донаты на удар? Ты о чём? Ты стоишь? Я не умею. Курлык, привет, как дело, Наташа? А с какого? Не знаю. Курлык, я обожаю тебя, твой контент, можешь передать мне ты привет? Говори, спасибо большое за... Спасибо большое за 30 рублей. Я не вижу, у меня зрение минус 30. А минус 30 это хуже. Поэтому читай ты, я просто пишу. Ну давай ты хотя бы колесико будешь крутить. У тебя мышка ближе. Ждала, пока я обожаю тебя и твой контент, Наташа. Можем передать. Передай ей, пожалуйста. Передай привет. И можно привет. Тахе тоже, пожалуйста, это моя мечта. Вот Наташа сидит. Привет. Я вас очень вот сильно привет. Люблю и плакала, когда вы уходили из НП. Light Dragon, спасибо за 10 рублей. Здорово, как жизнь? Передай привет Натахе. Наташа, привет! Привет! Наташа, ставь мне дорогу. Я сказал, 333. Я прохавал. Чё? Трактор, жвалы, никогда не хрустит родителей. Жизнь это был иран. На стул. Как это было просто? На стул. Нет. Ты сам сказал, свалился. Ребят, я случайно, честно. Адиос, благодарите его. Да я случайно, правда. О, а вот все, пускай я не теперь заставляю деньги. Наташ, ну извини. Капец. На бусте. Да погоди. Есть картинка, где я в платье горничной. Вот. Давай, рекламу. Вперед, мути. Куда скинуть? Вот. Сделай так, чтобы тебя было видно. Давай, показывай. Приедешь ко мне в поселок. Давай. Ты краш. Ну вот, рассказывай. Это Бусти. Ну ты сядь, не имей совесть. Да, сесть. Да. Вот, давай, так же сразу.
Вот, вот это вот, вот, наверное, я надеюсь, я правильно пока... Нет, не вот это вот, это не Boosty, это... В другую сторону тебе тыкать надо, ты посмотри. А, вот, вот. Вот это вот, вот это вот. Вот это вот, короче, Boosty. Ну, скажи, что там есть прямо сейчас. Прямо сейчас? Boosty это... Никитон! Микрофон не трогай, дурак. А с какого читать? Во-первых, у тебя вот... Музыка СП, музыка СП, музыка СП, музыка СП, музыка СП, какие бутылые тысячи, какие бутылые тысячи! Он так смешно выглядит, когда орёт в микрофон, когда музыка СП. Там кого-то говорят поцеловать. Не обижай Наташу. Поцелуй... Наташа, ему, пожалуйста, он чёрт. О, нет, 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 сделаю я. Май, всё. Все, поцеловали. Теперь вы можете... Я не знаю, зачем вам добавлять этого человека в друзья. Я пожалела о том, что добавила его в друзья. Что? 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 Ну так вот, у него есть... вот, у него теперь есть такая функция, как добавить человека в друзья. Я думаю, вы очень сильно пожалеете об этом, если это сделаете. Ну вот, это стоит сколько? Полторы? Не надо, не тратьте на это свои деньги. Я очень сильно пожалела о том, что... Давай я поменяю сбор, и ты подумай. Потому что кибербублить? Ну, читай, надо кибербублить. Ты всю жизнь меня кибербублишь, я в целом с этим смирился. Просит, вот, да, вон, поцеловали только что. Наташа поцеловала. Кто стараешься для нас? Люблю вас. Вы лучшие. Давай вперед. Стримерша. Я? Ну да. Ты любишь Наташу? Передайте, ты мне любишь привет. Меня? Как кого? Как женщину. Ну, в смысле, как женщину. Знаешь, ну, пакетик брать. Ну, не мальчик вроде. Карту нашего магазина пробивать. Ну да. Любит, любит, все хорошо. Руслан, 10 рублей, ты жопа, Иван. Как у вас дела? Хорошо, просто ты знаешь, ты жопа, все. Я не понял, когда она у себя в Самаре сидела, вы ее кибербулили? Сейчас она приехала, вы все переобулись, меня кибербулите? Кибербулит. Всем привет. Спасибо. Да, ему. Так. А я могу уйти? Пойди. Так, наше место появилось. Максутка, Руслан, прочитал Блэкрейт. Чё? Он на туре ушёл. Он ушёл, закрыл. Он куда-то ушёл. Я не знаю куда. Я пошутила! Вернись! 1500. Когда свадьба, когда свадьба, когда свадьба, когда свадьба, когда свадьба, когда свадьба, у меня на 300 рублей, на 1500. Когда свадьба, когда свадьба, когда свадьба, когда свадьба, когда свадьба, когда свадьба. Это логично! Нет, я не слышала. У нас 300. Да не-не-не-не, я тебе чокопайку дам. Я тебе чокопайку дам. Да, из аниме Берс, аниме Данганронпа советую. Очень классное. Вообще аниме все сделано хорошо, по игре, но идет как бы сюжет. Его никто не бьет, да, Харити? Же никто не бьет. Сейчас Данил придет. Тебя же никто не бьет, да? Вы мои любимки. Наташа Топчик и Нукза тоже. Тебя же никто не бьет, да? Можете вместе передать привет Елене Панчевой. Его никто не бьет, все. Брать будете обратный слэш 00. Очки Натахи, спасибо за 50. Блей, спасибо. Ну, мой первый донат, передай Натахе, что она красотка. Пакетик брать будете? Натах, какие аниме ты знаешь? Черт, у тебя классные волосы, спасибо. Привет, Наташа, расскажи, когда попала в команду и хотела ли ты этого? Нет, ее в подвале закрыли, заставляют. Меня заставляют сниматься в роликах. Я этого не хочу. На самом деле, я очень давно хочу уйти из команды. Просто не отпускают. Наташа, у тебя когда свадьба? Мне все спрашивают, когда свадьба. Ну, после 18, очевидно, до 18. Я просто не знаю, тебе предложение тут сделал, я не знаю, что... У меня муж... Ты рассказала всем, кроме меня? Пипец. Ты у меня живешь сейчас. Капец. Сейчас мужа свалю. Ты еще и мужа домой ко мне приведешь? На, ты маленькими быть не могут. Большое спасибо за любую сумму. Это мой муж. Ты прима. Свадьба? Мне... Я вроде не планируется. Давай, кинь его меня, давай. Спасибо. Наташа, не бей Херейда, пожалуйста. Вот, знаете ли, 10 рублей сказали, не бей меня, пожалуйста. Surprise, типа, не бей Херейда, пожалуйста. Не кидай, пожалуйста. Ай.